Дорогие друзья, мы приехали в Зянгилан. Мы в Зянгилане, и это наш красавец Зянгиланский аэропорт, в который уже два президента прилетали, также часто прилетают. Вот таким он был, Зянгилан. Вот он. Каким он стал? Посмотрим. О, у сестры двухэтажная вилла. Из-за того, что их 6 человек, им дали двухэтажный дом. Они там что-то готовят, кушают. Да? Йо, шарфан буду сюда. Элеган надо, да? Сиз де келин, да? Сонра сәкеш келер, сен де отур бил. А, да. Сок. Вар олум. Чок сау. Аллах саныңызды сақ әлесін. Келин сәкеш елейін. Башыма. Аллах дәулетімізің башысын қорсын. Президентімізі қорсын. Шәһитлерімізді Аллах рәхмет әлесін. Бұл гөзәл gözəlliyi bizə yaşatdığı üçün. 30 ildən sonra, nə bilim, həsrət çəkirdik. Bacımın evi, yeğənlərim. Hə, bu günə çox şükür olsun. Это Зянгилан, мои золотые. Представляете? 4 года назад не было здесь ни детей, ни взрослых, ни одного азербайджанца. Красота на века и навсегда. Вот этот вот шедевр. Как наши ее за 3 года построили. Так быстро и так невероятно. Она очень величественная. Я думал, гораздо меньше будет здание. Но она действительно очень большая. Дорогие друзья, вот мы и приехали в сам город Зянгилан. Города практически нет. Ну а это аллея шахидов. Аллах алимзе рахмет эласин. Первой Карабахской войны. Эсас мэлим сизден разы олсун. Кыйметлерimiz 5 олсун. Дин görüm biz инди хардайык. Яни жоографи бахымдан мен истирем сиз. Görüm сизин жоографи билдикleriniz нечеди. Biz инди Агалы кендинде, өз yerinde. Агалы кенди харда yerleşir? Дорогие друзья, мы находимся в Зянгилане. Это мини-пекарня. Это уже мини, ёхсо уже амэлли башты пекарня. Амэлли башты пекарня. Дорогие друзья, вот мы и приехали в гости к уважаемой ханым и к ее дочери Чичай. А, ханым, сизин адыбыз? Миная ханым и Чичай ханым. Переводится с азербайджанского цветок. Дюзды. Это их дом. Они здесь живут, Миная ханум, ее дочка, дочки супруг и двое детей. Оба в, саду, в детском садике, кто спали, дети, двое из них ее внуки. Сидин хаят везде. И булары, это вы все посадили? Ага. Это помидоры. Картошка. Ага. То есть все посадили, хер шей вар. Чахы, даже этот салат есть у них. Здесь бурдан гетрюсис, и хамсуна иствадилисис. Aha. Yoldaşımız da 8 Mart olanda bunları buradan derir, bağışlayır. То есть супруг, когда 8 марта, тоже использует цветы сада, срывает их и дарит, чтобы не ехать в город за цветами. О, это огурцы. О. Салам, мэллим, салам. Это сынхан. Это огурец. На азербайджанском языке звучит.